one left. The damage onto the base is real. Half health, High goes into the back line, trying to do some damage, but that is it. A 2-0 for Aura Fire in this best of three series. Oh my God. They have broken their lose streak after a 6-0. And this is a new start for Aura Fire. Что за купра? Что за купра? Чел! Клапу, видимо. Блин, ну еще забанил. Ну конечно, конечно. Выход на Клауда. Конечно, конечно. Молю, чел, не убить Клауда. Только не Клауд. Блять. Против Керри Оракул точно лучше этим был на лолите тут. КЗ. Тут надо файтиться, типа, очевидно. Ну, блядь, зачем? Зачем? Что делает чел на Наташе? Что? Что? Тут файт! Файт, мэн! Come here, блядь! Ебать! Ну, найс лорда забираем! Найс ульт навали! Чел! Well played! Иди поспи! Ёптить-моптить! Че, лорд помит? Сюда, нахуй, поехали! Заканчиваем игру, просто заканчиваем игру с этим лордом. 1-1. Недостойно выиграть эту игру. 100%. Ну, левые челы тоже, честно, пол, блядь, ну... Чел на Наташе просто сплитит, а там файт на лорде, блядь. Их 5-4. По итогу из-за того, что, ну, нету Наташи, 4-4. Ёптить-моптить. Нахрен убивали Фредрина, хрен пойми. Бать! Грязь на лолите. Грязь на лолите. 3, 2, 1! Сю! Ну, такой себе, кстати. Что-то никто не зафол... А, ну чела-то нету на игроке, никто фоловать будет. Грязь хорошая была. Попытка отличная. Ну, недостойно. Недостойно такую игру выиграть на ИВОС. Драфт слишком неуспешный, хз. И это при том, что драфт такой ужасный, челы так долго играли, хз. Тут... Тут нахрен 1-1, блядь. Все правильно. По итогу. Что за бред? Пап 4? Как будто бы не задефать. Слишком много мега-миньонов. Хотя. Ну! Сюда! Скайлар! Скайлар ЧГ! И это перед лордом! Вот почему я так рад. Хотя, если они сейчас начнут лорда, то типа никак не успею, да? Не, ну на баксе и на колесе у него нету бафов. 100% плюс лорд. Еще и скайлар добирает. Главное, на топе надо дефать. Типа дает сразу ультимейт. Шут лолита будет плохой. Без ульта лолита теперь можно драться. Т3 горит. Трон горит! Трон горит! Трон горит! Звенит винварская вьюга! Сюда, блядь, трон горит. Сгорел. Сгорел на работе. Сгорел на работе. И кто пиздел на Скайлара? А вот и... Ебать, тут чилы пиздятся. Чилы попиздили с кем-то. Так, ну ультфары сбили, такое себе. Ужасный файт для RRQ босс-босс-бэк-бэк, хотя... Не, ужасный, супер-ужасный. Вообще никого не могут убить. Лимон еле живой. Хотя... Файт-то флешут же еще есть. У-у-у! Сюда! А, сюда! По пятерым, а! Альберт, сюда! Gue di belakang, dia takut. Gue pisahin, cari perang, cari perang. Melisa. Все равно изи. Ну, 5 в 2 не дефается, парни. Не дефается. Не зря этот закон придумал. Не зря. Ну, вот так вот. По итогу развязка такая, ну, глупейшая, на мой взгляд. Просто, ну... Ебать, чел! Это что? Ой, приколдес. Неплохо. Это я. Давайте я вам еще раз его покажу. Это новый стик для уважаемых спонсоров. Блять. Это что? RRQ босс бэк. Ну, понял, какой-то там сезон.
Бать, куда летишь на Клауде, чел, успокойся. Кто-то берет лорда. Лорд, лорд, лорд. Бля, 0-5-0, опять забирает лорда. Кайрул. Живет. Ну, 100% выигрываем файт. Хотя все лоу. Бать, 0-6-0. Нулину. 5-3. Не, ну куда идем? Куда идем? Чел, чел! Развернись, развернись, бэк! С лордом закончить надо, лорд. А, лорд. Лорд, блять, опять кабуки забрал. Чел, ну, 0-6-0 идет, зато забирает лордов. Ну, посмотрите на него, просто Кайрула пересмачивает. Просто Samsung Гарика пересмачивает. Блять, да, ну иди нахуй на группе. Ну, четверых, неплохо, цепа по троим. Лолита. Такое. Клауд. Такое. Паста. Бессмертие не зря купил. Урод. Беатрикс, неплохо. Беатрикс. Засмайтил кто? Опять пакет. Где Беатрикс? Кто? Клауд. И засмайтил пакет. Что? Что? Ну, ГГ, в смысле? Он не перехилил твою дивизию. Он не перехилил, бля, ну хороший кол был. Ну, хорошо сыграл на бебре. Ну, типа, у него команда вообще дебилы, просто дебилы. Рили дебилы. Ну, смотрите, Паша там, ну, Паша вообще пиздец, забейте. Гракен, ну, вообще, Гракен не тут. Кайрулу как-то раздамажили. Ну, ему просто не повезло. Вот тут перехилил он челов, он бы выиграл игру, наверное. Соло, просто соло. Соло, ему бы поставили в Индонезии памятник. Беня, да закрылись Бени. Кто роумить будет справа? Я не понимаю, кто будет роумить у Блэклистов. И... Нет. Ухмавинус на Ив роумит. Лоу. Он с красным сапогом на Ив роумит. Я говорил, а я давным-давно говорил, что можно роумить на Ив. И кто пиз... Ну ладно. 16-я минута. Дорогой дневник, идет 16-я минута, а у меня нету второго слота. Это визер наив. Честное слово, это визер наив. Вот один в один, блядь, на Клауде, я помню. И вот так захуесосили ИУшники за это. Чел, на Клауде, 5000 фарма, ни одного слота нету. Это пиздец. И вот наив, чел, ну то же самое. 16-я минута уже прошла, у него вот только второй слот появился. Ну смешно. Ну смешно, ну просто рили смешно. Ну смешно. Смешнявка. Ну это пиздец. На 16 минуте второй слот. А что, блядь, не на 22, блядь, первый? И они это еще могут проиграть на ониках. Вы понимаете, насколько смешно? Насколько кринж? А, давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чел в трон идет на керри, мне кажется. Там супер ред. О, он не тэпнулся. ГГ, въебали? Да. Хотя, да-да-ка, ГГ, въебали. Не, ну чел на Мелиссе, походу, кикнуть сейчас будет. Прямо сейчас. Просто с ноги его ухмавинус, типа, тя! Криншот. И тут криншот. Скажет и ёбнет его. Не, ну кринж, конечно. Жалко, не увидел 6 слотов на Ив. Ну, сколько мы бы и не увидели их. Там 6 слотов на 40-й минуте были бы. Небольшой спойлер, чат. Небольшой спойлер. На 40-й минуте их... All the brain power required to try and outwit and outsmart the kingdom right here. All...